Всем привет, ребят, меня зовут Игорь, вы на канале Демплейтер 60, у нас игра под названием Anonymous Horror. Давайте начинать. Так, ладно, скипаем, не будем долго смотреть. Так, странно, почему так здесь темно? Ты кто? Кто это говорит? Тот, за кем ты сюда пришел. Anonymous, это ты? Можешь называть меня как хочешь, но я думаю, я буду говорить, как мне удобно. Но я все равно тебя убью, как и всех школьников, которые приходили сюда. Ты что, запер дверь? Выпусти меня. Может, и выпущу, если ты поиграешь со мной. Что ты несешь? Мне стало скучно просто так убивать. Я решил, что дам шанс следующему пришедшему. Если он выполнит одно простое задание. Какое нафиг задание? Тебе нужно собрать 20 тельцов с дебильными мемами про меня? Ничего сложного. Хочешь попробовать? У тебя нет выбора. Я в любом случае тебя убью. Ладно, забыл сказать. Пока ты ищешь листы, я буду приседать тебя, чтобы зарезать. Ха-ха-ха. Нормальная игра. Прикольная игра про анонимуса. Игра есть на русском языке, я не знаю, на английском, скорее всего, нет. Разработчик молодец. Я только что я записал игру про шлепу. Не знаю, пройдем ли. Так, давайте офник возьмем. Туториал. Вам нужно собрать 20 листов и желтый ключ от выхода. Некоторые комнаты закрыты, а ключ к ним надо найти. Ага. Все. С трех раз. Хорошо, с трех раз, может. Ладно. Собираю 20 листов и ухожу на сюда. Так, вообще здесь нет оптимизации. Опа, отсылка на Ивангая. Но здесь нет оптимизации. Че, не открывается? Че, не открывается, пека? Здесь анонимус. Так, это считает. Так, у нас глазок, это означает, что он. Мы спрятались, да, верно? И спрятаться нельзя. Неплохая озвучка. Тут что с этим? Скит. Что такое скит? А, здесь можно бегать. Анонимус. Выключись. Так, как звуки сбыли, это у нас аноним среду. Крутая озвучка. Я надеюсь, что разработчик будет обновлять свою игру. Куча мемов в этой игре. Я звуки реально слышу. Закрываем дверь, конечно. Это значит, что мы спрятались. Это очень хорошо. Опа, первый мем. Да? Классная игра про анонимуса. Класс, офигеть. Я не знаю, еще игру ни разу не проходила. Здесь можно? А, то что это нельзя пойдет. Смотрите, сколько FPS, уже много. Просто игра поставлена на паузу. А я здесь был? Да, я не был. Закрою, конечно, опа, второй лист. А я как раз опа сказал, и он тоже опа сказал. Пока не встретился с анонимусом, у него скорость маленькая. Я, кажется, же закрыл, это значит, что я спрятан. Сохранен, так скажем. В бой. Есть куча мемов. Я как вдруг слышу. Сейчас подправлю, все подправил. Пока я с анонимусом не встретился, живую, а все. Я слышал. Звук его. Этого анонимуса.
А он сюда не может зайти, да? Да, мы скрыты. Я еще какой-то мем видел, что в ТикТоке нельзя эти снимать. ТикТоке. Ну, скорее всего, это правда. Опа, куда мы сходим? Так, он сюда может, не может заходить, это точно. На кровати может быть этот этим. Обалденная игра про Снюс, ой, этого Анонимуса. Но есть еще игра Снюс Хоррор, но я ее тоже сниму в скором времени. Я подготовлюсь. Не знаю, но я игру не хочу снимать, но хотя она оптимизирована. Но Анонимус Хоррор игра не оптимизирована нифига. Вот, разработчик, если ты это видео смотришь, разработчик, если вы это видео смотрите, пожалуйста, сделайте оптимизацию. Мне показалось, что это А4. Но я закрываюсь на всякий случай, вдруг меня Анонимус убьет. Пока два листа. Я тем более еще ни разу не проходил эту игру, на самом деле, серьезно. Ее смотрел с читами, но я играю сейчас без читов. Так, Анонимус рядом. Вот примерно где-то у меня 20 FPS. Ну все, уже он ушел отсюда. От меня, опа, я мем нашел. Но сначала надо проверять ящики на наличие батареек. Минус 3. Классная озвучка. Это, скорее всего, сам разработчик озвучивал. Но это не точно. Я не знаю, здесь респауны различаются. Игра просто не оптимизирована под слабые мобильники. Хотя у меня Honor 7X. Опа, я нашел, кстати, мем. Да блин, скит, я не знаю, что это такое. Скорее всего, просто откинуться на спинку и кайфовать. Так, сейчас мы возьмем. Опа, два мема. Все, мы нашли. Опа, смотрите, что мы нашли. Снюс. Скит. О, это Моргенштерн только что был. Я на самом деле люблю Моргена. Ну, я на самом деле смотрю его треки. Но я не советую их использовать, потому что они с авторскими правами. Но надеюсь, они не дадут за авторские права, потому что эти не дадут. Потому что это музыка с авторскими правами. Но хотя я в наушниках, игру уже плохо слышно. Потому что я в наушниках. Повезло, повезло, реально. Это у меня тот самый. Опа. Я Анонимуса даже не встретил. Опа, еще мем. Блин. Это тот мем? А это не тот мем, кажись. Мы сюда сходим. Вот вроде бы здесь написано. Запрещено снимать в ТикТоке в туалете. Кайф, превьюшка. Да ладно, это не, я не буду здесь превью. Опа, это. Я вам запрещаю. Угу, понятно, что какать, да, верно? А я, кажется, понял, для чего. Я слышу с несоеда. Все, он ушел. В игре сказано, что Анонимус убивает с трех раз. А мне он даже ни разу не нашел. Не убил. Опа, я мем нашел. Анонимус. Реально повезло, повезло. Рядом. Я слышу звуки. Да блин, управление здесь хрен разберешь. Для эмулятора я вам не советую. Вот здесь управление так себе.
Ну, а на четверку поставлю, просто слетает. Опа. Снюс. Это не шайба, а снюс. Открываем. Я уже вижу мем про анонимса. Чтоб мне показать, там что-то было. А, не показалось. Опа, мем. Неплохо. У меня даже ни разу не видел. Или видел, я не знаю. Так. Ждем. Кстати, я в этом... Сейчас. У меня есть Discord. Ой. Что у меня зависло? Я вчера должен был кое-куда поехать, но из-за обстоятельств я не поехал. Чтобы создавать игры. Да и музыку одновременно. Это классный лайфхак. А если при анонимусе спрятаться? Опа, анонимус пришел. Так, значит, не вылезаем. Как можно убрать фонарь? Да сказать никак. Блин, отсылка на Ивангая. Я хотя его ненавижу. Я его не фан его. Он только благодаря деньгам возвращается. Этот Ивангай. Так, ладно. Так, берем-ка мы батарейку. Батарейка у нас просто израсходовывается. Кстати, если, кстати, ёптать. Да повезло. Я тебя съёбываю. Извините за мат, но мне пришлось сказать мат. Все, я спрятаюсь от этого анонимуса тупого. Фух. Так, я видел там мем. Кстати, еще вроде бы, если у нас кончится фонарь, то мы сдохнем. Что, не открывается? Я вниз, конечно, спущусь. А есть какой-то такой баг в игре? Ну, скорее всего, есть. Мне еще надо находить фонарь. Короче, батарейки от фонаря надо искать. Потому что если я не найду, то я умру. Игра просто не оптимизирована под слабые телефоны. Она не с рядом. Он меня сейчас убьет, если я выйду. Он такой ушел. Ага, он не там был. А где этот анонимус? А, там анонимус. А, за мной анонимус. Ох. Все, пошел нахрен, анонимус. Он может сюда заходить, я не знаю. Скорее всего, нет. Ну, все, мне хана, кажется. Пройдемте туда. Закрываем все двери. Так, нету здесь ничего. Так. Опа. Леон с Брал Старса. Похож на... Это Морген. Три шестерки. Эти... Это аноним. Это Брал Старса. То есть это Морген, но... Морген и Леон, так скажем. Это у нас в Майнкрафте какой-то. Я такого не знаю. Если вы знаете, напишите в комментах. Тащим в PUBG Mobile. Я, кстати, играл в PUBG Mobile.
Сейчас я не буду снимать. То, что у меня телефон не мой. Я очень долго в эту игру играю. Про анонимуса. Будет ли какой-нибудь снюс? Пойдемте наверх. Надеюсь, там анонимуса не будет. А он везде может быть, этот анонимус. Хорошо, здесь в этой игре можно шифтовать. Что, не открывается? Что, не открывается? Ничего не открывается, блин. Офигеть. Очень долгая игра про анонимуса. Это самый длинный ролик на моем канале, блин. Так, короче, давайте найдем анонимуса и умрем от него. И на этом видео закончим. А я сейчас сдохну, кажись. У меня одна батарейка осталась. Я знаю, что я сдохну. Короче, ладно. Давайте на этом видео закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Посмотрите прошлое видео про игру Шлёпа ПНГ. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.